кино на ТВ-РУС. Такого невезения я никогда не видела. И что я теперь делать? Возьми этот медальон, он принесет тебе удачу. Действие медальона закончится, когда тебе исполнится 30 лет. Прости, пожалуйста. Я не хотел. Может, я куплю такую же новую? Такую же новую? Мне скоро 30-ник. Ну и что? Медальона больше нет. Кому-то сегодня не везет. Не везет? Это не про меня. Меня предал жених. Меня понизили на работе. Моя машина или не заводится, или колеса спускаются сами по себе. А чего ты вокруг меня все время вертишься, а? Верни мне мою удачу. У тебя теперь есть все, что было у меня, а у меня не осталось ничего. Ирина Медведева в фильме «Удача на прокат». В воскресенье на ТВ-РУС.